Я обращался к депутатам журналистам, дайте на подведение информацию, баланс информации, видите, я говорю, позицию игнорю. Идет постоянно заказ на меня. Но сегодня один из присутствующих здесь журналистов присутствовал на сцене, фотографировал участвует в переписку в лагере и стал меня шантажировать дать 5000 гривен. Вот переписка. Я говорю, друг мой, ну я там пишу, я пишет переписку, я говорю, Евгений Гаманюк. 3000 вопрос закрыт. Скидывай номер карточки, пишите. 51-68-75-56-21-53-46-98. Нет таких, не может делать. Послушайте, вот у меня сейчас. Это поисковое это же новость для вас. Это же не средство массовой информации. Я сделал скриншоты, это сейчас он я его пытаюсь говорить, его 1000 не закрыли. Нет таких, не может заниматься. Послушайте, фамилия, Гаманюк. Послушайте, я назову сейчас фамилию и дам вам телефон. Я прошу вас, не уходите от этого серьезного вопроса. Важно, какое касается тысячи человек. Нет, а серьезный вопрос. Депутат областного совета сейчас. Пока я сижу на сессии, ушел человек с фотографиями, я его публикую, частную переписку с людьми, мою частную. Иначе скинь мне на карточку 3000 гривен. Его телефон 098-968-1013. Я вам еще раз говорю, журналисты, вот я вам покажу переписку. Сейчас, время. Фотографію. Ой, є спрошу. Так, зараз це питання завершимо. Журналісти Федор Петрович, підійдіть, запишіть.